Сегодня 45-я серия нашего документального фильма о жизни дореволюционной России и ее столицы Санкт-Петербурга. События осени 1913 года, последнего мирного года в жизни царской России. В Петербурге, как всегда, золотая листва, и засыпан ей Таврический сад, и депутаты Государственной Думы, приходящие сюда на думские заседания, гуляют по саду, обсуждая последние новости. Не только государственные думские депутаты, но и рядовые жители Петербурга обрывают провода на телефонной станции. Станции перегружены и даже иногда выходят из строя. Тысячи звонков с одним и тем же вопросом. Каковы новости о деле Бейлиса? В сентябре в Киеве действительно суд рассматривает ставшее историческим дело скромного заводского киевского служащего, еврея по национальности, Менделя Бейлиса. Киевская полиция задержала его и обвинила в ритуальном сектантском убийстве 12-летнего мальчика. Полиция действовала по наущению черносотенцев. Прямых улик вины Бейлиса не было. По этому поводу Россия раскололась на два лагеря. Черносотенцы требовали санкций против евреев как вредоносной нации, а честные, трезвомыслящие граждане России считали, что это колоссальная политическая провокация. На дело Бейлиса в Киеве выехали из Петербурга лучшие русские адвокаты. И в итоге, общими усилиями, в октябре 2013 года Мендель Бейлис был оправдан. Кроме этого, петербургские газеты пишут. Впервые в Петербург приехал прямо из Сибири знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен. Полиции произведен обход укромных мест под петербургскими мостами. Под Новопетерговским мостом собаки Атлет и Ахилл обнаружили двух беспаспортных мужчин, зарывшихся в кучу мусора. Один из них оказался бывшим чиновником, ловко закапывавшим себя в мусор на ночь. 18 октября под Петербургом на финляндской границе задержаны наглые контрабандистки. Одна женщина провозила под юбкой 180 электрических лампочек. Другая надела на себя 25 кофт. Сказала, что ей холодно. На гигиенической выставке 4 сентября испытания огнетушителей. Состязались 4 фирмы, сложены 4 костра. Через 1,5 минуты после зажигания началось тушение. Все аппараты сбили пламя меньше, чем за минуту. Огнетушитель Тео не оправдал ожиданий. 31 октября 2013 года в этом вот желтом здании на Манежной площади в манеже главного воинского начальника проходил призыв новобранцев на действительную военную службу. Последний мирный российский призыв. Он проводился в соответствии с новым законом о всеобщей воинской повинности 2012 года. Обязательную воинскую повинность ввели еще при Александре II. Военнообязанными были все мужчины от 20 до 43 лет. Служба в пехоте 3 года, в артиллерии 4, на флоте 5. Однако служили не все. Не брали в армию единственных сыновей, кормильцев семей, а также врачей, учителей и священников. Студенты имели отсрочку, потом служили только год. Наконец, браковали негодных по состоянию здоровья. Возможности отмазки от армии тогда были те же, что и сейчас. Главный способ – протекция или взятка думскому врачу, который признает тебя негодным по состоянию здоровья. В осенний призыв 2013 года Петербург недовыполнил план по новобранцам почти на 1000 человек. Из тех же, кто был призван в армию домой, вернулся едва ли каждый пятый. Призыв 2013 года стал главным пушечным мясом для начавшейся через 9 месяцев Первой мировой войны. Концерт вундеркинда. В зале дворянского собрания 8-летняя звезда-дирижер Вилли Ферреро дирижировал петербургским оркестром. На Невском проспекте перед Казанским собором сделали мостовую, как в лучших городах Европы. Теперь хотят ее убрать. Возле мостовой стояла надпись «Русское изобретение – лучшая мостовая в мире». Теперь ее предлагают разобрать. 29 сентября на Неве в тумане столкнулись пароходы «Цесаревич» и «Искра». «Искра» почти совсем затонул. 18 сентября в пивной лавке на Большой Дворянской, 18, некто Каковкин, 20 лет, изображал себя факиром. Выпив пиво, начал есть пивной стакан. Проглотив несколько кусков, поднял крик о помощи и отправлен в больницу.
Новинки моды. Элегантный костюм, превращающий стройную дамскую фигуру в фигуру беременной женщины, считается теперь шикарным и элегантным. А теперь расскажем немного о товарах народного потребления, которыми пользовались жители Санкт-Петербурга, а следовательно и России тоже, в 2013 году. В 2013 году легкая промышленность производила продукции на сумму в несколько раз большую, чем тяжелая. В сентябрьском номере «Петербургской газеты» находим интересное заявление. Правление товарищества «Скороход» доводит до сведения уважаемой публики, что купец второй гильдии Алексей Михайлович Максимов содержал в Петербурге 8 магазинов, в которых продавал обувь. На коробках он самовольно выставлял слово «скороходы» по способу начертания, явно схожее с утвержденным правительством товарным знаком товарищества «Скороход». Решением суда Максимов заключен в тюрьму сроком на 4 месяца. И дальше в газете реклама знаменитой на всю Россию обувной фирмы «Скороход». Известная на всю Россию фабрика «Скороход» к 2013 году имела в Петербурге 7 магазинов и поставляла обувь в крупнейшие города страны. Россия была абсолютно лапотной до того момента, как в конце 19 века немец Генрих Кирштейн основал в Питере товарищество по производству обуви, тот самый «Скороход». Производство на «Скороходе» было четко разделено на операции, продукция в итоге получалась очень качественной, и вот результат – клеймо «Поставщик двора Его Императорского Величества», а также призы на крупнейших международных выставках. И это при том, что вот эту обувь создавали неграмотные крестьяне, которые обучались прямо на «Скороходе». Среднему классу были вполне по карману и вот такие ботинки, и такие туфли, и детские ботиночки, которые делались из отличной мягкой кожи. Но все же не каждый житель Петербурга мог себе позволить такую массовую обувь. Многие бегали по городу в поисках дешевых распродаж. Две трети петербургского населения составляли приезжие крестьяне. Каждый день огромные столичные вокзалы, вот Витебский, например, выплескивали в городской котел новых и новых потенциальных граждан столицы. Конечно, в первую очередь крестьяне становились рабочими. И первой их мечтой было одеться по-городскому. Это значило сначала купить сапоги, в которых ходили и в пир, и в мир, и на службу. Сапоги покупались подешевше на толкучках, средней ценою у сапожников на Никольском рынке, но только когда уже новый столичный гражданин окончательно вставал на ноги, он себе мог позволить вторую пару сапог, выходную. Обязательно хромовые, обязательно с лакированными голенищами и крайне желательно со скрипом. Чтобы этого скрипа достичь, северные сапожники в Петербурге вкладывали в подошву сапога сухую бересту. В Петербурге в силу особенностей климата столичного, чрезвычайно мерзкий климат, практически каждый житель города имел еще один вид обуви. Вот этот вот. Знаменитые галоши. Крупнейшее в России, а может быть и в мире, производство галош – знаменитая петербургская фирма «Треугольник». В советское время «Красный треугольник». Этот конвейер с начала века фактически не изменился. Для сравнения, галоша сегодняшняя 97-го года, галоша дамская – производство 1913 года. Как видите, даже шпорка есть, как и сегодня, для более удобного стаскивания галоши с туфельки. Разница существенная одна. Вот здесь вот, на части подметки, которая называется «Геленко», надпись «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», поставщик двора Его Императорского Величества». А здесь в советское время стоял советский знак качества. Эта панорама товарищества резиновой мануфактуры «Треугольник» висела аккурат напротив директорского кресла отца-основателя, тоже немца, Генриха Краускопфа. Краускопф не любил сырой питерский климат, поэтому директорское его кресло стояло аккурат возле камина. К 2013 году «Треугольник» выпускает не только галоши, а множество других видов продукции. Детские соски, аэростаты, надувные матрацы, знаменитые автомобильные покрышки, елка, мягкие дорожные надувные подушечки, спальные мешки. Но галоши, конечно, самый ходовой товар. 180 тысяч пар в день, 24 миллиона пар за 2013 год. Цена пары 1,5 рубля.
Часть огромных прибылей хозяева вкладывали в соцкультбыт. Ясли для рабочих, детские сады для детей рабочих, школа для детей рабочих треугольника, собственная библиотека, даже огромный жилой дом для рабочих на Невском проспекте и загородный дом отдыха, где был кегельбан и прочие развлечения. Попасть сюда на треугольник работать было трудно. Предпочитали родственников уже работающих. Такой подбор кадров по рекомендации почти исключал забастовки. Треугольник процветал. Журналы и даже почтовые открытки пестреют рекламой крупнейшей фирмы страны. Зарплату на тогдашнем треугольнике, в отличие от нынешнего, выплачивали регулярно. Вот в этой кассе. На лестницах, где жили петербуржцы высшего класса, среднего класса, даже ниже среднего класса, простые служащие, весною, осенью и зимой возле каждой двери обязательно стояли по нескольку пар калош. Калош не носили только с сапогами, то есть их не носили рабочие. Михаил Булгаков, «Собачье сердце», цитирую профессора Преображенского. «С 1903 года я живу в этом доме, и в течение этого времени не было ни одного случая, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара галош. В марте 17-го в один прекрасный день пропали все галоши, в том числе две пары моих».